возня. Призываю, чтобы они бойкотировали Олимпиаду, безусловно, потому что те меры, которые приняты сейчас, они, безусловно, недостаточны. То, что происходит сейчас, это косметические меры. Освободить людей за пару месяцев до освобождения, освободить Ходорковского, которому оставалось также сидеть немножко. Это смешно, нужно освобождать людей в гораздо большем масштабе. В таком случае европейские страны могут пересмотреть свое мнение насчет Олимпиады. А так я призываю. Я призываю к бойкоту, я призываю к честности, я призываю не покупаться на нефть и газ, который может предоставить Россия. Что в регионе процветает круговая порука. Прокурор... Я не считаю это время потерянным для себя. Я обрела уникальный опыт, и действительно заниматься конкретной правозащитной деятельностью будет теперь гораздо проще, чем раньше. Я повзрослела, я узнала государство изнутри, я увидела эту маленькую тоталитарную машину, какая она есть изнутри. И Россия действительно построена по модели колонии. И поэтому так важно нам менять колонии сейчас, чтобы изменить Россию вместе с этими колониями. Как колония, как? Тюрьма – это лицо страны. Этого там была огромная московская комиссия, она сказала, что выявлена за свою жизнь. Это было бы недостойно, это неправильно. Человеку дана жизнь для того, чтобы действовать и менять мир к лучшему, так как он полагает, прислушиваясь к окружающим людям, безусловно. Но бояться это неправильно.